N1 N1 ряд, ряд, да? N1, N1, да. Ну, тут очень просто по этой значку. N1. Смотрим ряд. N1. Он закрытый. Ну, сначала нужно все. Вот у нас есть все. Все подавляющие могут удваиваться по схеме. Ан появляется, как в ритхе. Какой это был? Это гуна. Бнг? Корень банг. Дх? Банг. Ну, то есть банг. Бадж. Но. Связать. И будет первое удвоение. Так. Ну, по первой схеме. Бан. Плюс. Бат. Бан-бат, да. Бан-бат. Бан-бат, яты. Плюс суффикс. Значит, удвоили бан. Бат, плюс я. Ну и плюс какой-нибудь ты. Да, и полная форма. Бан-бат-яты. А можно Оль, еще раз? Ба-бан-бат-яты. Ну, только не бан-бат-яты. Она без долгой А. Она просто нулевая Н. В Авритхе она будет А, третьей позиции. Вот здесь, в схемке. Поэтому он будет как первый удвоенный слог БАН, да, а второй слог БАД. Плюс суффикс Я и Ты. Ну, только санхи, то есть не БАНГ, а БАМ. То есть БАМ. Плюс БАН, он становится, да. То есть БАМ БАД хвятый. И ну, второй, соответственно, будет, ну, бам-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 бам. Бам, 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 это по второй схеме. Теперь нужно представить, а может быть, он есть среди исключений. Точнее, не исключения, а какие-то другие. Карты. Исключения. Могут удваиваться по схеме. Это закрытый или нет? Он был закрытый. Он закрытый, да. Соответственно, он может все. У него 6 гипотетических вариантов потенции. Тогда он принять форму. Значит, будет бани. Бант. Бани-бат, бани-бат. Да, то есть, опять же, различие. Первая логическая позиция, вторая. Бани-бат. Да. Или бани бат. Ну и закрытый корень, он еще может так. Закрытые некоторые другие, а именно могут удваиваться по схеме. Тын-тын-тын. Атипичный. Это надо убрать. Тогда у нас будет формула. Так, будет ба ба-бат яте. Да. Или ба-банк яте. Ну да. Из них можно проверить, какие существуют. Вот, какие найдены. Банк, интенсив, только последний. Ба-банк, ба-банк. Ба-банк. Ну, так получается, что в реальности он найден только как исключение. Но опять же, все, то есть подавляющее большинство. Понятно, это как я 35-е сделала. Первое упражнение, надо сделать все операции.